Всем здравствуйте! Недавно, 11 марта 2024 года, на Замоскворецкую линию началось обновление подвижного состава, а именно вышло продолжение модели 81775. Точнее, этот состав сейчас называется 81775.2. Москва 2024. В этом видео будем ее проверять на несколько тестов, а именно вид, салон, комфорт, скорость интернета, удобность сидений и вместимость. Начинаем с вида. Нынешняя маска у Москвы теперь квадратной формы вместо предыдущей овальной. Также один из машинистов сказал то, что в кабине практически ничего не изменилось. Ну а так вид получает 8 баллов из 10. Сразу говорю, что оценка сделана по моему мнению. А теперь оцениваю салон. Оно получилось неплохим и приятен для глаз. Также вы видите, что в салоне никто никому не мешает из-за ширины прохода и так далее. Проход между вагонами стал шире, и теперь там могут поместиться 3-4 человека. Двери стали шире теперь примерно на 32%, то есть из 120 сантиметров 160. А вот на таких сиденьях могут стоять 3 подростка. Также на поручнях теперь есть и USB зарядки. Но с сиденьями по вместимости вообще не изменилось, было 5 мест, так и осталось. Итак, салон получает 9 баллов из 10, комфорт 10 из 10, удобность 7 из 10. А вот вместимость я решил не оценивать, так как ничего не изменилось. Теперь дело за малым. Скорость интернета. Интернет работает идеально, но не в каждом вагоне. Итоговая оценка Москвы 2024. Оно получает 8,5 из 10, потому что кое-где есть свои недостатки и прочее. А также прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, ведь там больше подробностей о канале и не только. Ссылка в описании. Надеюсь, вам понравилось видео. Всем удачи!